Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы и случайные зрители. Сегодня я хотел бы вам рассказать о моем новом приобретении, о моей новой находке, можно так сказать. Среди термометров. Как вы могли уже заметить, в наших аквариумах в основном стоят термометры от компании Sera и термометры от компании Trixie. Вот такие вот. Цифровой термометр и высокоточный термометр, как про него еще говорят. Термометр высокоточный. Когда-то уже был обзор на эту тему, и хотелось бы рассказать о недостатках этих двух термометров. Термометр Trixie достаточно популярный, часто встречается. Но цифровой этот термометр работает каким образом? Это лента, достаточно тонкая, наклеивается на аквариум, и меняя цвет, циферка, которая изменила цвет, соответственно, столько и градусов температура воды. Ненадежная штука, она вешается снаружи, а периодически, когда стекло аквариума протираешь, задеваешь ее, с нее слезает пленочка, и термометр уже показывает температуру неправильно. Помимо этого, его нужно наклеить так, чтобы второй раз не отдирать. То есть всегда нужно с первого раза наклеивать его точно и ровно. Малейшая ошибка, если вы его содрали, чуть-чуть передвинули, термометр уже не работает. Ну и за счет того, что меняется цвет здесь, соответственно, достаточно размыто, понятно, температура. Не всегда вообще можно понять, сколько там, потому что бывает между 27 и 28, например, да. И там цвет поменял, и там цвет поменял. Начинаются догадки. Этот термометр мы отправляем в мусорку. Следующий термометр. Sera. Да, действительно, он более точен. Хорошо меряет температуру, работает долго. Но есть еще два минуса. Первое, это сама присоска, на которой она держится. Присоска очень быстро дубеет, становится дубовой. И, соответственно, либо ее нужно менять и искать подходящую, а найти такую присоску достаточно сложно. Либо что-то придумывать самому, либо просто вставлять данный термометр таким образом, куда-нибудь в уголочек, в грунт немножко вкапывать, чтобы он держался. Помимо этого, он еще и стеклянный. Не дай бог, что-нибудь заденет, особенно если какие-нибудь крупные рыбы, типа крупных цихлид, которые любят передвигать камни, у меня вот остроносы такие, могут разбить данный термометр вообще в лед. И, наконец-таки, термометр, который я для себя не так давно открыл и который мне действительно понравился. К сожалению, упаковочку этого термометра я уже выкинул. Называется этот термометр цифровой Tetra TH Digital. Соответственно, с дисплеем жидким. Он у нас на батарейках. Как он работает? Сам аквариум опускается вот эта вот пимпочка. Соответственно, глубина может быть любой, в зависимости, насколько хватит провода. А длина провода здесь 95 сантиметров. Также есть две присоски, которые могут его зафиксировать. Присоски, кстати, стандартные, обычные. На самом деле они были белого цвета. Вообще этот термометр я покупал, когда лечил от ихтиофтероза рыбку. Соответственно, заливал синьку, они посинели. Но суть в чем? Суть в том, что можно опустить на длину до 95 сантиметров данный термометр. Главное, чтобы опустилась вот эта вот штучка. Включаем его. Все, он будет менять температуру. Два режима, соответственно, есть. Здесь кнопочка on-off, она одна единственная кнопочка. Сзади есть специальная штучка, как вы можете видеть, для гвоздика. Ну, так как у меня аквариумов много, я это не использую, потому что в одном аквариуме померил температуру, в другом аквариуме померил температуру. Здесь у нас находится батарейка, она идет уже в комплекте. Батарейка от компании Varta. Наверное, мало кому что говорит эта компания Varta. В общем, данная батарейка достаточно долго работает. Соответственно, здесь, если я так предполагаю пока, потому что этот термометр у меня не так давно, предполагаю, что данная батарейка здесь прослужит около года минимум. По поводу присосок еще хочется сказать вот что. Конечно, не обязательно использовать две присоски, можно использовать одну. Это уже кому как удобней. Если, соответственно, глубина очень глубокая, до 95 сантиметров, тогда лучше повесить на две, чтобы не портило вид, тем более, если он будет у вас стоять постоянно. Если нет, соответственно, хватит и одной, если глубина небольшая.
Данный термометр меряет температуру от минус 10 до плюс 50 градусов. И, конечно же, это тоже не может не радовать. Хотя, минус 10 градусов, да, вполне возможно, что и в аквариуме никогда и не будет. То есть, этот термометр можно еще использовать и для других целей. Ну и, конечно, нельзя забывать о том, что это компания Tetra. Компания Tetra принадлежит Германии. И, соответственно, это уже знак качества. Хотя, скорее всего, конечно же, здесь не обошлось без Китая. Давайте теперь определимся с ценами. Данный термометр стоит 395-396 рублей в среднем на данный момент. Сера термометр, про который мы только что говорили, его цена 233 рубля. И вот этот термометр самый простой, ну, действительно, он самый популярный, он очень часто встречается. Он стоит 135 рублей, видите, даже ценнички еще есть. Давайте теперь его протестируем, пойдемте померяем воду и посмотрим, как он будет все это дело делать. Обязательно подпишитесь на наш канал. А теперь для того, чтобы его выключить, нам просто необходимо нажать на кнопку и немножко удержать. Все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, оно для кого-то будет полезным. Если это так, ставьте палец вверх. А я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания.